Счастье – это оргазм. Оргазм сердечный, мозговой, организменный, он не может быть вечным, человек не может пребывать в состоянии счастья постоянно. То есть его положат в дурдом и будут его лечить. И это правильно. То есть человеку нужно вздрючивание, чтобы мозги были как пружины. Человеку нужны проблемы, особенно русскому. Мы же моментально собираемся, и это как раз у нас называется, что нас кто-то куда-то клюнул. Нас периодически надо клевать, и у мужчин очень много методик, как испортить женщине настроение. Чем больше оно у нее испорчено, тем дольше она будет любить. От Пушкина и еще предыдущие авторы об этом писали. Что такое счастье? Счастье – это что-то преодолевать. Это когда ты идешь, выжимая из себя все потроха, а у тебя есть группа поддержки, мама, любимый человек, дети. Все говорят, давай, давай, у тебя все получится, давай. И потом ты добежал, и тебя букетами завалили. И говорят, а пойдем дома накрыт стол. И ты понимаешь, вот он, этот пик. А завтра ты просыпаешься, это была диссертация. Бумажки не нужны никому, покомканные, по всему дому собрали. Зачем я это все писала? Где-то валяется этот диплом, где-то валяется, ну, визитки 3 буквы. Ну, потрачено 3 года жизни, а зачем-то же это было надо? Надо, потому что ты перечитал кучу литературы, ты выучил язык за это время, близкие научились обслуживать себя сами, ты никому не вытирал носы, и дети тобой гордятся. Мне кажется, все, что мы делаем в этой жизни, нужно зачем-то, за вот этим маленьким мигом счастья, когда все близкие радуются за тебя.